Уже 1 миллион налоговых деклараций рассчитаны при помощи TWUEPIT. Поставлен новый рекорд в Польше. В течение 7 дней после того, как услуга TWUEPIT стала доступной, налогоплательщики уже подали 1 миллион деклараций, подготовленных для них Национальной налоговой администрацией. В прошлом году такой результат был достигнут через 8 дней с момента запуска сервиса. Служба TWUEPIT предлагает налоговые декларации P37, P38, P28 и P36 для людей, которые не ведут бизнес. Также сервис позволяет подать P0P, то есть декларацию о перечислении 1% налога общественной благотворительной организации. В 2021 году Национальная налоговая администрация на основе своих данных подготовила годовые налоговые декларации за 2020 год для 23 миллионов налогоплательщиков. Доступ к услуге TWUEPIT возможен только через веб-сайт электронной налоговой инспекции, доступный по адресу podatki.gov.pl.